Привітання. Я Люба. Я представляю волонтерскую службу правоохоронного центра «Весна». Что вы ведаете про свободу выказывания меркавання? Магчыма, нешта уже читали сами, ці бачили артикулы, лекции. Мы пропануем поразмовлять про гэтае право еще крыху. Артикул 19 Усеагульная декларация правоў человека сцвярджае. Кожный человек мае свободу меркавання и его выказывания. А артикул 19 Международного пакта о грамадзянскіх политических правах сцвярджае, что кожный человек мае право притрымліваться своих меркаванняў, а так само шукать, атрымовывать, распаўсюджваць информацию. Свобода выказывания меркавання. Это право, якое дозволяет нам мець меркаванне, выказывать его, ці не выказывать. Это тое право, якое не может становиться причиной политично мотивованного переследу. Свобода выказывания меркавання дозволяет робить дискуссию в грамадстве, выказывать свои идеи, и это может ажыццяўляцца про разные формы. Про вусную коммуникацию и письмовую, про онлайн-коммуникацию, про мастацтва, видео, тексты и так далее. И когда мы кажем про свободу выказывания меркавання, мы кажем про СМИ, про то, что яны повинны быть вольными и незалежными, а их галоўныя редакторы не могут переследоваться политично мотивовано. Когда мы кажем про свободу выказывания меркавання, мы так само имеем на увазе меркавання про политические процессы, про згоду или незгоду с ними, которые мы можем вольно выказывать. И, конечно, мы кажем про доступ до информации. Мы имеем право отримовать доступ до державной информации, якая выходить у сферу нашего интереса. Ці так само доступ информации про себе. Держава має свои обовязки у дочинении до этого права. Яно повинно час от часу як умешиваться его и створать умовы реализации, так и наоборот, не умешиваться, дозволяя этому праву реализоваться самостоятельно.